Уважаемые жители района, родители, дорогие дети, сердечно поздравляю вас с замечательным и теплым праздником – Международным днем защиты детей. Знаменательно, что начало этого праздника приходится на начало лета, любимую пару детей, когда все они находятся на каникулах. Детство – незабываемая пора, и в этом возрасте формируется личность, характер и взгляды будущего гражданина своей страны. И очень важно, чтобы дети росли в крепких, дружных семьях, в атмосфере заботы и любви. Ведь именно там ребенок получает любовь и тепло, учится с окружающими, получает воспитание. Одним из важных и приоритетных направлений работы администрации социальных служб района, здравоохранения и образования, культуры и спорта является забота и поддержка семьи и детства. Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, многодетным семьям, детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этот праздничный день поздравляю и родителей, бабушек и дедушек, тех, кто вкладывает в вас всю любовь и теплоту, окружает заботой и вниманием, формирует характер и личность. Дорогие наши дети, вы наши надежда, наше будущее. Хочу пожелать вам, чтобы детство ваше было счастливым, здоровья, мира и благополучия.